звучало недавно в программе «Что, где, когда». Мы были уже второй раз на этой программе. Там все мило, все люди такие очень умные, умные глаза. Вот, и нам нравится, когда мы прощались с, в общем, с музыкальным редактором, она сказала: приходите еще, на что наш барабанщик Федор Попов, барабаны. Наш барабанщик Федор Попов сказал: да мы хоть каждый день его принимаем. У Федора сегодня праздник, у его отца день рождения, отец присутствует здесь, Виктор Попов. Давайте поаплодируем и поздравим его с днем рождения. На этом пути прямо по шпалам гитарных аккордов катится песня, кое не гордо по полку забивает струну в мою страну между Бейсом и Уордом. Все повторится на этом пути, и ультиматумы, и компромисс. Бой под стаканем, под скулы моста, запах гривер и шар пульс. Тракиста, и давно тянется. Но от себя не сбежать уже никуда. Ты повторяешь в священном бреду последний вагон уходящего поезда. Надо лишь длинную ногу сделать в конце. Все повторится на этом пути. Запах волос и юнской лилии. Через мгновение поезд отправится. Всем на перроне зрачок не обнимет. Что тебе нравится, той песни. Но от себя не сбежать уже никуда. И повторяешь в священном бреду. Не сбежать уже никуда. Ты повторяешь священ.